Выдвижение Владимира Путина примечательно той реакцией российской либерды, которая его сопровождала, а также реакцией мировых СМИ. После того, как нам много лет рассказывали, что всему миру плевать на какую-то Россию и одновременно, что весь мир с Украиной, вдруг выяснилось, что выдвижение Путина – это важная новость для всех значимых мировых СМИ. В соцсетях официальные аккаунты мировых медиагигантов сразу давали breaking news. Сегодня практически в каждом значимом мировом СМИ, от Wall Street Journal и до Синьхуа, есть материалы по этому поводу. Вот что называется «всему миру плевать на порванную в клочья страну-бензоколонку и ее лидера». Хоть сколь-нибудь похожую реакцию мировых СМИ я наблюдал по поводу выборов в США, референдума по Brexit. С натяжкой еще можно вспомнить выборы Меркель в Германии и последний конгресс китайской компартии. Все. Я думаю, что вопрос о том, что Россия никому не интересна, можно закрыть. И теперь можно спокойно наслаждаться прослушиванием недовольных воплей оппозиции и ее же зубного скрежета. Ведь некоторые из них все-таки верили в слухи, что Путин выдвигаться не будет из-за давления Запада. Поразительные люди все-таки. Только наши несистемные оппозиционеры могут столько лет наблюдать за Путиным и до сих пор не понять, что на него бесполезно давить. А иногда на него давить еще и очень опасно. Я пару раз наталкивался в соцсетях на вполне серьезное обсуждение теории, что вот в феврале Америка возьмет за жабры российских олигархов и чиновников, которые вывели миллиарды за границу, и что они об этом знают. Предполагалось, что вот эти олигархи и чиновники совместными усилиями отправят Путина на пенсию, а в президентское кресло посадят какого-нибудь псевдопреемника или даже Ксению Собчак в качестве наследницы великого реформатора Ельцина. Поразительно не то, что есть люди, которые в это верят, а то, что некоторые из них на полном серьезе называют себя политическими экспертами, политологами и даже кремлевскими инсайдерами. Я подозреваю, что их мозги застряли где-то в 96-м году и транслируют оттуда сладкую конспирологию для ушей столичной оппозиционной публики, которая это все хавает и даже требует добавки. Кстати, насчет олигархов и чиновников, которым что-то там могут арестовать и конфисковать. Даже самый жадный бизнесмен и даже самый жадный чиновник понимает, что лучше быть чуть беднее, но на свободе, чем совсем бедным и в тюрьме. Это не вопрос морали, это вопрос элементарного выживания. Предъявлять Кремлю какие-то претензии по поводу арестованных на Западе капиталов – это политическое, административное и экономическое самоубийство. Путин еще задолго до Крыма всем настоятельно и публично рекомендовал вернуть деньги в страну. А кто этого не сделал, тот сам себе злобный Буратино. Еще меня сильно развеселила реакция нашей либерды на место и время выступления Путина. Речь Путина, в которой он объявил о своем выдвижении на церемонии, посвященной юбилею завода ГАЗ, была воспринята чуть ли не как оскорбление постоянных посетителей смузишных, коворкингов и старбаксов, которым такая эстетика совсем чужда. Когда в Фейсбуке появились первые посты с тезисом «Путин скучный», «У Путина не хватает воображения», «У Путина нет креатива», «У Путина опять какой-то вечный Уралвагонзавод», то я понял, что запуск избирательной кампании удался на славу. Тех, для кого слово «завод» является ругательным, перекорежило на «отличненько». И это хорошо. У меня для них есть новость, кстати. Россия – это вообще-то страна, которая очень похожа на тот самый завод «ГАЗ», перед рабочими которого выступал Путин. Она пережила сложные времена, у нее богатая история, и она очень суровая и самобытная. И при всем при этом она вполне современная, и сказки про вековую отсталость нужно просто выкинуть на свалку. Этот образ никак не совпадает с представлениями многих сторонников несистемной оппозиции, но реальности вот вообще пофиг на их представления, и им пора к этому привыкнуть. Показательно, что до заявления о вступлении в президентскую гонку Путин выступал перед добровольцами. И это тоже было явно неспроста. Опора на тех, кому не все равно и кого волнуют не только деньги и должности, но еще и некие идеалы, это, скорее всего, будет один из лейтмотивов всей президентской кампании. Сажать губернаторов – это хорошо. Проводить конкурсы для выявления и привлечения к ответственной государственной работе молодых и талантливых управленцев из регионов – тоже очень хорошо, но мало. Для того, чтобы президент смог сохранить долгосрочную поддержку, потребуется сделать так, чтобы народ видел, что у каждой ошибки, у каждого крупного провала
возникают наглядные, публичные и, самое главное, быстрые кадровые последствия. Ощущение справедливости в обществе воспитывается именно наблюдением за тем, как раз за разом чиновники, которые провалили то или иное ответственное направление, отправляются или в отставку, или за решетку. Наладить такой механизм сложно. Сделать так, чтобы он не превратился в административную гражданскую войну всех против всех, тоже сложно. Но работать над этим надо. Начать можно с резонансных, например, спортивных тем, где кадровые решения напрашиваются давно. Этого требует даже не столько политическая логика, этого хотят избиратели. И этого требует исторический момент. Если этого не сделать, то никаких побед у нас не будет.